Друзья, показываю вам футболку лонгслив. Вот такая вот она, ну, совершенно не приталенная. Абсолютно. Ну, я как-то не очень такие вещи люблю. Длинные рукава, хотя это размер не то что мой, он самый маленький. Иногда самый маленький размер мне тоже бывает маленький. Но это, как видите, ну, совершенно не маленькая. Поэтому можно даже, мне кажется, брать поменьше размер, если кому не нравится вот такое. Здесь 92% хлопка и 8% эластана. Она такая тягучая ткань. В общем-то, очень приятная к телу, да? Ну, вот такой вот прям ворот. Как футболочка, только с длинным рукавом. Ну, вот она вот такая вот. Не знаю, кому как понравится. Ну, кто спортивную одежду любит, ну, наверное, хорошо будет. Немножко не мой стиль.